Стрелять-то у меня оружия нету. Ты подписан на мой канал? Какой? Нет. В Ютубе. Нет, нет. Ты сейчас видео снимаешь? Да. Да, ну короче, кинь туда ссылку на Ютуб. Ну там в Ютубе Лего Уфа напиши, как мой ник. И попадешь на мой канал, у меня там 8000 подписчиков. Чё? Давай, я снимаю тебя, как ты стреляешь. Давай, мочи его. Это мой, не трогай его. А, зачем мне трогать? У меня камень только. А где... Чё? Здорово. Там возле дома они сидят. Где-то. Владок, я вас записываю на YouTube. И что? Ну, надо мочить кого-нибудь. Это же круто. Давай ему привет передадим. Чё дадим? Говорю, привет передадим. А, давай, давай. Передаю привет. Кому? Всем, кто смотрит. Там война, пошли, там сейчас твоего друга убьют. Где тут... А, вот, друга не убили. Чё говоришь? А тут стартер кита нету с оружиями какого-нибудь? Есть, есть. И чё, оружие дадут прямо? Стой, иди сюда, давайте дам оружие. Ай, кто-то стреляет с винтореза. А тут это, где чё, кого... У вас нет сишек? Может, зарейдим кого-нибудь? Кстати, всем привет, это Лего. И... Сдали все сишки. Ну вот. И я решил зайти на сервер, просто появился, тут какие-то пацаны. Решил, что это будет весело, поснимать какую-то жесть. А ты мне так ничего не дал. Ох, как громко-то они стреляют, а. Так. У меня даже нету ничего. А тут читеров нету? Я не встречал. Это хорошо. Тут вон покупать можно, да? 150 рублей, что-то там. Так, ну что с этими парнями делать-то? Ладно, побегаю с ними, посмотрим, что вообще будет происходить. Я вообще не знаю, кто это такие. Я зашел на сервер, и чуваки. Где-то вот здесь отсюда же стреляли где-то. Из домика. Да, да, что-то. Вот это за дом куда-нибудь. А так тут что-то никого нету. Откуда он стрелял, интересно? Их сейчас по-любому слить должны, и я, наверное, подберу их оружие. А вы сами где живете? Я лично живу в Беларуси. А в Расте? Чувак просто кор и мочит. Что? Я, что ну, в Расте, где вы живете? На Медвежке там или на заводе? Тут-то? Так, я у них выкружил уже одежку. Че, может, на Red Town сходим? Че у них, интересно, еще можно будет выкружить? Цикуют, цикуют, пацаны. Тут, в смысле, вся движуха, да? Так, что можно взять-то? Да, ну как бы, да. Ну, вечером вообще много лет. 50 человек онлайн есть? 70 есть. О, нифига себе, надо будет здесь играть. И записывать. Опа. Так, ну и что, мы долго будем стоять? Ну-ка, а что за кит... Кит стартер есть, нет? Кит стартер. Кит стартер. Нету кит стартера, что ли? А тут ночь есть или всегда день? Есть. Понятно, надо прибавить гамму. Так. На видяхе прибавил, в экране попозже прибавлю. Вы типа ждете, думаете, что кто-то придет? Воу. Не, мы сейчас уходим. Мы сейчас уходим. Куда?
к ангарам. Погнали. Хорошо. Завалит их, интересно, или нет? Вот это мне больше всего нравится. Завалит их или нет? Возьму ли я у них все или нет? С камнем-то беспонтово. И потом я буду записывать видео, они будут его смотреть, искать мой дом и пытаться меня убить. Так, я надеюсь, что это не все вслух сказал. На этом сервере даже есть арена какая-то. Ну все, погнали, сейчас посмотрим, что будет твориться дальше. Опасные ребята, опасные ребята. А сколько вам лет? Сейчас узнаем, сколько пацанам лет. Мало. Вообще, что ли, мало? Ну так, среднее. Ну так, среднее. А вы тут всех мочите или тут есть еще мощные поцаки? Есть еще мощнее. А тут клан есть? Какой-нибудь? Есть, я только второй день. А, и вы уже развились? А тут лута много, да, или что? В чем здесь прикол сервера? Ну да, просто... Ну как выходишь, убиваешь, ну, находишься. Ну это я знаю, в чем смысл игры. А в коробках могут оружие упасть? Вот и гранату кинул, что ли? А грена-то у тебя откуда? Так, так, есть. Так. Есть. А может, у тебя их штук 30 и кого-нибудь взорвем? Не, у меня сиски есть, но они сейчас пока что не у меня, то есть с другом. Ну, а друг, то есть, сейчас вышел, я не у него, но я его убивать не собираюсь. А там куда он зарядит? Понятно. Зарядим, а где вы примерно живете? На медвежке они. Там маленький дом, что ли? А здесь нельзя строиться под скалами там или что-нибудь там читерить? Под скалами можно, читерить нельзя. Баня. А, под скалами все-таки можно, да? Это плохо ведь. Блин, а я думал, нельзя под скалами. Так, ну, у меня одежка есть. Там чувак сзади отстал. Ну-ка посмотрим, что он там. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. А? Чё? Так, set home, и можно писать. Set home 1. Так, set home 1. Бери. О, спасибо. У меня есть две гранаты. Теперь я могу кого-нибудь загренить. Да у них урон слабый, блин. Хотя, если под ноги кинуть, наверное, будет веселуха. Веселуха. Пошли, у меня есть две гранаты. Две гранаты. Зачем ты меня стреляешь-то? Что-то подлагивает сервачок немного. У вас подлагивает, нет? Тут что-то упало. Да, да. Жалко, сервак подлагивает. А так норм. Так, ну чё, ну чё, ну чё, ну чё, ну чё. Как их, как забрать у них оружие? Как забрать у них много оружия? Зачем вы зайчиков-то валите? Бедные зайчики. Вы лучше людей так валите, как зайчиков. Подожди, как твой канал называется еще раз? Лего Уфа. Олег Васильев там написано. А что? Блин, ну мне же надо у них забрать шмотки, шмотки. Так, у одного кирка и ресурсы, этого мне хватит на дом. У другого оружия, мне нужно их взорвать. Взорвать. Как это сделать? Если этого убью гранатами, тот загрится.
Все плохо, все плохо. Подпишись, ставь лайк. Погнали уже куда-нибудь, сейчас нас убьют тут. Ого, здесь нормально здесь прилипает ресурсов. А есть кого-нибудь поесть, покушать есть? Покушать бы хотелось. Мне хотелось бы покушать. О, тут. Покушать. Есть? Да, есть. Давай идем сюда. Давай. Билли Бонго. Вот я твоего канала не нашел. Блин. Ты в поисковике написал по-английски Лего Уфа вместе, да? Лего Уфа? Да, вместе. Как мой ник, вот я плюс написал. Там сразу самая первая картинка Олег Васильев по-английски написано. Квадратик такой открывается, картинки. Мишки и... Еще раз плюс напиши, еще раз плюс напиши. Ё-моё! Ё-моё, блин, дописался. И почему именно я всегда? Именно всегда я, именно всегда меня убивают. Так, меня убили. Но у меня есть телепорт, у меня есть телепорт. У меня есть телепорт. Сейчас прибежим, сейчас посмотрим, что там будет. Сейчас там лутанем. Но с сетхомами это, конечно, легко. Ну а что толку, если это сетхом 2, сетхом 1, постоянно вот так-так переключаться с оружиями, и тогда нормально. Сейчас посмотрим, что там. Так. Я тут. Что, убили, что ли? Тоже убили. Да. Тоже убили. Вон он. Тихо. А где твой друг? Да, он куда-то отошел. Пошли к нему, подойдем просто. Чувак, не убивай, я Лего Уфа. Я свой. Слышишь, нет? Не убивай, я свой, говорю. Я снимаю облако. Короче, надо мутить на этом сервере фишки. Облако, слышишь, облако. И валим. Хотя бы что-то забрал. Поесть надо. Да, говно, кому надо кевлар. Я тут. Облако. Кого он там стреляет? Мочи его! Демейджит один. Блин, этот чувак Владок, вообще дурачок, не убил его. Да уж. Просто да уж. Так, здесь-то будет, нет, что-нибудь в ящиках в этих? Если тут мегалут. Опа-на. Вот это счастье. Вот это я сейчас пойду. Вот это я сейчас пойду кидать. Пойду на РТ, потом стрелять. Не знаю, что из этого получится. Так, еда есть. Сопля есть.
Так. Что у нас есть еще? Гоу Кортес, за тобой медведь. Гоу Кортес. Опа-на. Опа-на. Патрики есть. Есть что одеть. Нормально здесь лут. Пойдем пробежимся к ангарам. Вдруг нам повезет. И пойдем убивать этих билибонгов. Так. Не к ангарам, а к заводу. А еще, чтобы нам пойти нормально к заводу, мы берем цифру 6. Так, тут какие-то модераторы можно покупать. Админ. Главный админ. Эркон 700 рублей. Нормальные у них там цены. Но здесь мега-лут, и это очень классно. То, что, я думаю, можно быстро развиться и валить. Облако МП 4, 80 метров. Че, типа читак? Типа читак. Там какие-то железные дома. Блин, мне просто надо оружие. Мне просто надо оружие. Я надеюсь, с соплюхи выпадет оружие. И мы пойдем. И мы пойдем. Так, взяли гранату. Все, я думаю, можно кидать. Пошла жара. Ждем аирдроп is going down на Arkansas resource approx western your position. Блин, здесь палево. Здесь аирдроп говорится, что где-то аирдроп. Откуда самолет полетит? О, нормально, не совсем понятно. А тут метры не пишутся аирдропа? Один сундук только, вы что, издеваетесь? Это же плохо. О, три, какие один. Пойдем туда, где два. Так, надо срочно и быстрее. Просто быстрее. Надо, чтобы они быстрее падали. Мне вообще нечем бить. У меня есть только шоколадки и чмоколадки. Что не совсем круто. Куда падает? Я же на чистое поле выкинул. Куда упадет, интересно? Ну вот. Это опять фейл. По-моему, это полный фейл. Так, один сюда, другой туда. Ладно, мы это найдем, я думаю. Как-нибудь. Там еще что ли самолет летит с аирдропом? А вот этот надо лутануть. Вот этот надо лутануть. Какой-то более-менее сервак такой. Вначале проверка античита идет, когда ты прыгаешь, падаешь. Так, и вообще, я думаю, скорее всего, сегодня вообще какие планы. Соберу опять более-менее команду, начнем играть в Растик. А сегодня, завтра или вчера, не знаю, когда ролик выпущу, выйдет. Не выйдет, а куплю видеокарту. Чуть помощнее, об этом чуть позже я, скорее всего, выпущу видео. Чтобы я мог спокойно снимать 60 FPS, и вы наслаждались вообще еще отличным качеством игры. Ё-моё, сишка, зачем мне сишка? Вы чё, больные, что ли? Мне из чего стрелять-то? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Там аирдроп упал, не знаю, смогу ли я его подобрать. У меня есть сишка и граната. Ё-ё-ё-моё-ё-ё-ё-ё. Вот и всё. Облако уже здесь. Каким-то образом он уже здесь. Облако. Как ты так быстро? Так, ну ладно, сишку я ему не отдал. Вообще, в принципе, можно на этом сервере поиграть. Сейчас посмотрим, что на РТ спавнится. Вообще, это облако попасть вообще не может. Блин, надо было те два лута брать, а не эти. Но я думал, что в этом будет оружие, а нифига не было. Как обычно все. Все плохо, как обычно. Так, 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 неудача, неудачная серия, неудача. Облако он килит в ладок. Ладок там уже быстрее. Я что-то не понимаю, здесь сет-хомы, а я с оружием могу, что ли? Сколько вообще сет-хомов здесь? Надо везде сет-хомы поставить. И воевать. Так, set home. 4 штуки. Офигеть. Офигеть. 4 set home.
Это очень много. Но через стэтхом можно зарыдить. Так. Поставим здесь один стэтхом. Стэтхом. Не, не здесь. Здесь палево какое-то. Здесь палево. Что у нас здесь есть? Нифига у нас здесь нету, да? Дальше посмотрим. Дальше. Здесь какие-то ящики. Вот здесь буду. Set Home 1 здесь будет мой дом. Так, позабираем чуть-чуть материалов. Что за ящики? Может быть, повезет. Может быть... Повезет. Может быть, еще раз повезет. Бежать, просто бежать. Просто бежать. Просто бежать. Так, но он сразу по сет-хомам прыгает и все мутит. Я вот что понял. Причем спокойно. Не парится даже. Сейчас убежим за горы, попробуем. Ну, надо тут не одному играть. Мне нужно с кем-нибудь играть, чтобы веселее было, чтобы я не разговаривал сам с собой. Оружие здесь легко набрать, пострелять можно. С новой видяшкой FPS будет 60 всегда. И нормально все будет. Постреляемся, постреляемся. Главное, чтобы пинг держал. Если 70 человек онлайн, это будет вообще классно. Самое главное, что... Что самое главное? Чтоб народ был. Сейчас всего лишь 15 человек. Опа-на. Надо быстрее, быстрее валить. Быстрее... Ё-моё, чувак, не убивай. Это я, Лего Уфа. Пойдем со мной, пойдем со мной. Слышишь? Опа-на. Что такое? А ты меня знаешь? Ты подписан на мой канал, чувак? Слышишь, нет? Стом газ. Пойдем, говорю, за скалу. У меня есть две этих. Пойдем. Ты подписан на мой канал или нет? На Лего Уфу подписан? А, ну спасибо. Пойдем. Я так и понял, что ты меня не убил. Сейчас все замутим. У меня две сопли. Скинем, лутанемся и постреляемся. Замутим. Я как раз экран там сделаю другим. Нам надо за скалы, как обычно. За скалами нам спокойно дадут лутануть. Но сервер прикольный, поход дела. Вот уже некоторые подписчики помогают. Но когда я один, можно помогать. Это куда? Ё-моё, сколько аирдропов там скидывают. Надо под шумок тоже быстрее идти и кидать. Пошли. У тебя есть дом, кстати? Фигово. А ты как так уже оделся? Ходишь, всех валишь? А что здесь, стартер-кит есть? Стартер-кит, что ли, есть? Блин, где тут пролезть-то? Нам нужно через гору пройти. Вот, нашел. Ща оденемся. Сейчас оденемся мы толпой. Там-там-там-тара-там. Тут интересно, со скал прыгать можно? Ноги не ломаются? И не ломаются. Ну, тут хоть сервер чуть поинтереснее. Здесь как бы мега-лут, и нету сразу кита. Вот это классно. Мне вот это больше нравится. Бэйк! Все, погнали. Так, один кинули. Тут какой-то форт. Я пошел экран крутить. Экран. Калибровка цветов. Хоп. Мегалут здесь есть однозначно. Кинул.
Сейчас лутаем все. Только осторожно, могут убить со спины. Так, здесь я напишу Set Home 2. Смотри на скалы в основном. Могут со скал завалить. Че, только 3 сундука, что ли? Печально. Здесь какой-то железный дом. Да, мало что-то. Так, эту аптечку не надо выкидывать. Ее возьмем мы вот сюда. 104 патрона и 30 в кобуре. Можно зашатать, в принципе. В принципе. На-на-на-на. Падение аирдропа. Так, 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 что будет, что будет? Так, никого нету. Сторм газ. Зачем ты с киркой? Бери оружие. Или у тебя оружия нету? Или ты мне свое скинул? А-а-а, жесть, тогда надо тебе быстрее оружие. Что, на скалу падает, что ли? Нет, нет, нет. Один на скалу упал, надо его там будет забрать. А что там? Так, тут сишки и дом можно построить. Забирай. Так, здесь можно воткнуть дом, да? Вот так, вот так. Вот так вот. И вот так. И вот так вот, и вот так вот. Дальше идем. Ты читак, я главному админу пожалуюсь. Опа-на. Нету оружия до сих пор. Погнали, построим дом, нету оружия. Пошли, дом построим. Билли Бонго. Билли Бонго. Так, так, так. На РТ, короче, воткнем. Тут. На бандикам там кто-то снимает. На бандикам. Так, выходим на поле. Уже темнота. Кто-то еще бегает, что ли? Так. Все, сейчас на дорогу должен выйти. Вроде как. А может и нет. Сейчас замутим, пошли. Так, 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 так. Билли Бонго. Здесь получается очень частые рейды и войнушки. Вот и здесь вколотнем сейчас дом. Так, Set Home 1 у меня где-то... Да. Смотрим, где-нибудь есть тут, нет кто. Тут-ру-ту-ту-ту-ту-ру-т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 у. Это что, окно или что это? Здесь уже что-то есть. Так, тут какие-то тройные, тут какие-то ящики, а крыша есть, нет, интересно. Давай ломай вот эту дверь, и здесь будем жить. Вот эту деревянную ломай, ну. Так. А я здесь свою поставил. Так, шейр, шторм, газ. Шторм, газ. У меня, правда, нету чем тоже ломать, помочь тебе. Если что, я этот, здесь спальник ставь. Так. Опа-на, у него тут дверей. Мне мочить, блин, нечем. А так долго будешь ломать. Что тут еще есть? Пока ломай. Конечно, я могу сделать палку, но я хочу кое-что
попробовать другое. Кое-что попробовать другое. У меня есть 4 сишки. Неужели здесь нету жилого домика? Так, пока он там ломает. Может быть, там даже будет лут. Через щели тут говорят, лутать нельзя. Так, там есть печка. И что там еще есть? Печка и тройной ящик, да? Здесь у нас что есть? Здесь у нас куча дверей и непонятностей. Так. А если мы сделаем вот так вот, потом вот так вот. Вот так вот. Так. Построим stairs. Wooden stairs. Стейрсы есть. Посмотрим, что у нас здесь есть, дорогие друзья. Так, крыша стоит, да? Здесь пусто. Там тоже пусто. Здесь есть ящик. Это на первом этаже. От него, по-моему, толку нету. Так, там Билли Бонга. Чувак еще не сломал стены. Че же бахнем или нет? Че же бахнуть, а? Что же нам бахнуть? Так, у меня есть аптечки на всякий случай. Есть автомат. Что же мы бахнем? Что у нас здесь? Ё-моё, тут здесь сколько... Сколько здесь ящиков было? Открывай без него. Открывай без него. Сейчас посмотрим, что там в доме. Блин. Чё так пугаешь? И это блевотина его пугает. Прохоров Артём. Не знаю такого. Открой. Ты сломал, нет? Ты сломал или нет? Чувак. Что-то я не понял вообще, что произошло. Но что-то произошло непонятное. Билли Бонга. Да, вон чуваки какие-то бегают непонятные. Кто на медвежке? Короче, надо сейчас мне тут рвануть стену и там жить. Только где, я пока не понял. Какой лучше, я пока тоже не понял. Там мой кореш, по-моему, бегает. Надо посмотреть, где побольше ящиков, чтобы было. Тут. Вот здесь есть ящики. Ага, здесь уже побывали. В таких местах вообще не варик строится, как они строятся. Я сейчас, по-моему, свои сишки простру и все. И на этом все кончится. Решетки нету, бессмысленно. Здесь уже тоже побывали. Че, на медвежку, что ли, сходить? На медвежке тоже странно. Че, кстати, у этих... Медвежатин может упасть. Ясно. Ясно. Так, чё, сходим на медвежку. И чё там сделаем? Там, по-моему, нет. Опа-на. Опа-на. Кто-то там стреляет. Кто-то там стреляет. В принципе, не жалко мне все это. Я ведь и это также все получил непонятным образом. Кто там? Stormgas кидит Путин имба из шотгана. Stormgas, я свой. Stormgasик, это я, Лего. Здорово. Где дома есть, кто живет примерно? Ё-моё, здесь чё только нету. Дерево, патрики. Лутай, будешь с автоматом ходить.
Ну же, помогай, пошли. Здесь еще кто-то. Здесь Путин. Я лутану, я лутану. Это урон, оказывается, влетает, а я думал, это свой. Да и убери ты, блин, факел этот. На, шотган бери. Шотган тебя скинул сзади. Ё-моё, да сколько вас здесь будет-то? Так, прицел сюда воткнем. Патрики сюда. Поесть сюда, туда-сюда. Патрики сюда, патрон сюда. Чё мне скинули? Пойдем за мной, погнали. Стормгаз, тебе надо оружие какое-нибудь? Погнали тогда, погнали. Каунтер вонем еще. Давай, 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 веди, давай, давай, давай. У меня есть 4 сишки, веди, Прохоров. Давай, 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 погнали. А ты можешь без факела, блин? Так. У меня дерево дофига. Давай, давай, сейчас тпшнемся к тебе. ТПР, ТПР, Прохоров, Артём, 8, так что ли? Так, или ТПР, Прохоров, Артём, 8. Все, скинул я реквест. Ого, тут деньги стоят за телепорт, пятихаточка. Нормально. Пятихаточка, это нормально. Чё тут? Взрываю? Жара. Ты как сюда наверх попал-то? Что вообще происходит? Здорово. Так, тут сапели сигналы. Забрать надо. Дальше что-нибудь взрывать надо, нет? Что вообще происходит? Спальники надо сломать. Все, борода. У меня нету больше. Если ты сделаешь... У меня есть эксплозив 15 штук. У меня есть это, сапли сигнал. Давай выкинем сапли сигналы. Чё мы вообще взрываем? Где мы вообще? Непонятно ничего. Тут. Это мы вообще вот в этом доме здоровым. Нифига себе. У меня здесь будет... Set Home 2. Давай, чё? Чё? Так, это мы оденем, это мы оденем. Чё делаем дальше? У меня есть две сопли. Там сишка может быть. Если ты можешь сишки делать, давайте скину эксплозив. Тебя чё, убили? И как мы отсюда выходить будем? Как мы из этого дома выходить-то будем? А, с сет-хомом я же не умираю, да? На хом, если. Так, хом один. Это рейдеры. Рейдеры. А ты кто? Ты кто, ёма, народ? Чё ты? Так, это надо забрать.
для будущей войны. Это, по-моему, нам не надо. Gunpowder, research киты можно забрать. Сишки там выучат всякие. Думаешь, нычки там? Ё-моё. Чуть не заломило меня. Дай пройду. Так, у него здесь можно выучить? Вот, здесь можно выучить эксплозив. Это хорошо. Шотган, может, вот прицел надо выучить. Во. Мочи. А ты кто? Что вообще происходит? Как вы сюда можете тпшиться? А чё тебя не убивать-то? А чё, так я ничего не собираюсь делать, так я просто мне не с кем играть, а с вами побегать можно? Не знаю, не знаю. Ты чё, в окно хочешь спрыгнуть, попасть, попробовать? Чё, смогёшь? Не хозяин. Там есть окно, нет? Чё происходит вообще? Бам! Парабарам-бам! Чё будем делать-то? Вот чё предлагаю. Выкидываем сапли, и можно опять возвращаться. Капец, тут соплей. Забираем сапли, сишки, и опять наверх идем, set home. Дерево мне уже не надо. Остальное пускай будет. Стреляет кто-то? На. У нас где-то проблемы. Блин, не достает им попятка. А я дерево выкинул. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, вот баррикад. Это как-то было больно. Падают, падают. Да умри ты. Лутаем. У меня сишка. Где еще? Так, вот еще дроп. Эксплозив. Еще тут. Иди сюда. Давай опять ТП-ху, есть сишки, чувак, давай, ТП-шься я по тебе. Там свой, это свой. Давай туда опять, наверх. Я захомился там. Хом 2, по-моему.
Я захомился. Где, откуда стреляет-то? Так, хомчик. Это хомчик. Погнали. Так, у меня есть грены. Зачем мне тратить сишки? У меня есть грены. Дамага проходит, блин. Вот жгучая штука. Чё, не хватило, что ли? О, хватило. Пусто здесь. Пустой дом, короче. Можно вываливать отсюда. Так. Что вообще здесь происходит? Ничего не понимаю. Опа-на, здесь какие-то вышки. И там чуваки какие-то стреляют из кевлара. Вот они там. Они там стоят. Сейчас мы их обойдем. Как они туда залезли, интересно? Понял? Понял, как они туда залезли. Так, они меня видят, наверное, да? Или не видят? Тихонечко, тихонечко. 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 Вот так вот. Вот так вот. Set home 3. Вот так вот, пацаны. Вот так вот и умираем. О-о-о! Тихо. Убили, убили. Хом 3. Хом 3. Что происходит вообще? Хом 3, быстрее, быстрее. Я же его попал. Хом 3. Хом 3. Блин, жалко, не в хэд попал, а в грудак только. Ну-ка, и что будет? Убил. Убил, гад. Ну все, тут уже я ничего не сделаю. Сейчас попробуем еще раз, конечно. Сейчас попробуем еще раз. Но тех двоих я зачетненько слил. Так. Оу, сразу. Сразу, батя. Ну, в общем-то, и все. С вами был Лего. Всем спасибо. Ждем новые видеокарты. Новых игр с большим FPS. Всем пока.